меняя систему, и сейчас как вариант на платочек нужно будет защиту сделать. Двигаться так же, надо как впереди, платочек раз, защита одной ногой, двигается, раз. Самая распространенная ошибка, потому что перед тем, как защищаться, делают подшаг, а потом делают подъем колена, не успевают. То есть платок сразу нога поднимается, платок сразу нога поднимается. Вес под шагом, физическим движением колено, коляночку навстречу поставить. И руки тоже собраны. Собраны руки. Это как удар. Это не просто поднять, а ударить колено. Ударить колено навстречу, колено назад. Сильно высоко не надо, чтобы бедро вращать. Бедро. Не вперед колено, а чуть в сторону. Чуть в сторону. Давай, меняй стойку.